Православные христиане сегодня вступили в Великий пост, самый долгий и самый строгий. Это особый период подготовки к главному празднику – Пасхе Христовой. Сегодня чистый понедельник. Очистить себя, свою душу, чтобы быть достойным радости наступления Пасхи – это и есть основной смысл ограничений, которые осознательно накладывают на себя верующие. Великий пост продлится 7 недель и завершится воскресением Христовым, или Пасхой, который приходится в этом году на 19 апреля.